И всем привет, сегодня с вами мистер Дэн Про, меня зовут Денис. И сегодня мы будем играть в игру под названием Лупер, а точнее будем делать на нее обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и спасибо огромное вам за 12 подписчиков. И было больше 60 просмотров на прошлом видео. Для меня это очень важно, потому что я вот только недавно создал свой канал и вот началась резкая активность. Ладно, заходим в игру. Так, сейчас сделаю рыбку поменьше. Так, заходим в игру. Так, вот. Тут такая змейка. И ты должен проходить эту змейку вот через такие вот препятствия. Цвета змейки, кстати, можно менять. Делать разного цвета. Можно, например, поменять на розовый какой-нибудь там красный. У меня еще просто радужный стоит. Вот. Угу. Ну, короче, вот так мы проходим. Вот, врезались. У меня тут рекорд 707. Игра называется Лупер, она бесплатная. Скинешь мясо, она ворчает. Вообще, что ли, чокнулись? Так. Я скину только так, девушки. Так, какая реклама? Ненавижу рекламу, это самая моя нелюбимая. Ну вот, это игра под названием Бупер, она бесплатная, если хотите, скачивайте. Еще раз большое спасибо за 12 подписчиков, надеюсь, я хочу... Моя цель набрать 50 подписчиков хотя бы. Просто у моего друга тоже 50 подписчиков, но это круто, а у меня всего 12, так что я вас, конечно, не упрашиваю ставить лайки, но... Надеюсь, вы поставите лайк этому ролику. Вот я опять проиграл. Ну ладно, буду заканчивать свой обзор. Надеюсь, вам понравилась эта игра. И всем удачи, всем пока. Подписывайтесь.